Всем привет! Начинаю свой новый футбук с Игнашей. Сейчас горячий. Игнаш, подожди, сейчас будешь кушать. Спонтанное блюдо сегодня, но зато получилось очень вкусно. Хотя, может, так и не выглядит. Значит, я взяла форму для запекания. Из 5 куриных ножек сняла кожуру, потому что ее просто не переношу. Посолила. Одна рука у меня занята, поэтому так покажу. Использовала приправу, которая для всего из iHerbs, ссылку оставлю внизу. Там можете почитать даже какой состав и вовсе не обязательно покупать. Игнат, ну туда-сюда. Просто посмотрите, какие там приправы, можно намешать, если они у вас уже есть. Дальше я порезала лук-порей, только белую часть, на такие четвертинки. Ну то есть просто покроила, по-польски, порезала его, положила на курочку. Дальше 2 большие морковки, 2 корня петрушки и вот такую замороженную фасоль. И залила все это кипятком, еще немножко посолила, и тоже рука освободилась. И такую приправу добавила. Еще, чтобы это все было таким более сочным, не сухим, я положила, ну так, где-то 2 столовые ложки масла. И все это тушила где-то 1,5 часа. Вот, то есть все овощи и курочка очень сочная, вообще мягенькие и очень-очень вкусно и полезное блюдо. Я знаю, что ножки эти тоже обжаривают в Польше, но так как я готовила для себя и для деток, то этого не делала. А муж любит все пожирнее, хрустящее, и пока мы сами кушаем так. Слушайте, это все так вкусно, что я, наверное, еще и наберу из-за этой диеты. В общем, у меня отваренные макароны, как видите, цельнозерновые. Далее я поджарила пол луковицы на маленьком количестве оливкового масла. Далее добавила пол банки помидоров. Ну, знаете, такие без кожуры. Чуть-чуть это все протушила. Немного кладем орегано, чуть-чуть черного перца, острой паприки, если вы любите. Я люблю, так как это ем только я, то... Не жалела, сейчас буду как дракон. И пол банки тунца, только не в масле, а в собственном соку. Чуть-чуть все жарим, и все, блюдо готово. Я посыпала свежей петрушкой, и вот такой у меня обед. Ну все, я продана. Я знаю, что это выглядит не очень аппетитно, но зато это нереально вкусно. Берем 2 яйца, отделяем желток от белка. Белки мы взбиваем, чтобы получилась такая пена. Желтки перемешиваем с 3 столовыми ложками овсяных отрубей и пол банана. Если нет отрубей, можно просто даже перемолоть на блендере, к примеру, 2 столовые ложки овсяных хлопьев или мелкого помола можно взять. Ну, как-то так, с бананом и с 2 желтками. Потом это все соединяем и жарим на кокосовом масле. Это очень вкусно, правда, несмотря на то, что выглядит так себе. Наконец-то у меня появилось вдохновение, без него я не снимаю. Мало того, детки в основном питаются в садике, и ужин у нас довольно легкий. Повторяются блюда, вы знаете, что я сейчас занимаюсь ремонтом, поэтому еще фирма и так далее, работа, YouTube. В общем, много разных дел, поэтому вы уж меня простите. Это для меня такая отдушина, мое очередное хобби, поэтому я не могу снимать просто лишь бы, знаете, поскорее выложить. И сегодня мне захотелось сделать гуакамоле. Это такая паста из авокадо, которую можно есть с гренками. И хочу это все взять с собой на пляж, потому что моя подружка едет со мной, купим греночки и будем это все уплетать. Для этого понадобится 2 авокадо. У меня они уже зрелые и не испорченные. Это просто такой вид. Взяла помидор, залила его горячей водой, кипятком. Он немного полежал, и тогда с него вот эта вот кожура очень хорошо легко сходят. И дальше я их прям вот так выдавила для того, чтобы из помидора ушел сок и косточки. Сейчас все порежу такими кубиками. Еще нужен лайм. Почему лайм, не лимон? Потому что лимон имеет более интенсивную кислинку, то есть лайм, он нежнее. Кориандр у меня польского производства, но из iHerb тоже можно найти. Постараюсь ссылки оставить внизу на любимые приправы, потому что они меня спасают в каждой ситуации. Зубчик чеснока и соль. А еще мне понадобилось пол лайма. Этого вполне достаточно на такое количество. Кстати, немного больше, чем вам кажется.
соль, и можно еще добавить красный перец, но у меня почему-то его не оказалось дома, ну, то есть острый. Слушайте, это так просто. Немного кориандра, показывала вам в начале, и все, это просто бомба с черным хлебом, бомба замедленного действия, я вам просто гарантирую, если вы такое же травоядное, как я, то вам точно понравится. А сейчас я буду готовить бургеры, точнее, это такие котлетки, которые тоже возьму с собой на пляж, чтобы накормить деток. Я взяла одну луковицу, половину мелко нарезала, а половину поджарила с половиной красной паприки. Тоже довольно мелко надо все порезать, хотя если для взрослых готовите, то как бы без разницы. Дальше одно яблоко натерла, тоже без кожуры, натерла его, отжала сок. Здесь столовая ложка где-то петрушки, чайная ложка вот такого соуса. Он очень часто в разных рецептах и чем-то напоминает мне аромат, вот именно как у соевого соуса. Но здесь еще куча всего, поэтому, не знаю, будем пробовать. Сегодня первый раз, и многие его хвалят. Здесь у меня полкилограмма, нет, 400 грамм мяса. У меня это говядина, но она такая нежирная. 25 грамм breadcrumbs. Как это? Панировочных сухарей и яйцо. Сейчас все хорошенько смешиваю, буду солить. И, по-моему, это все. У меня получилось 6 котлеток и еще столько фарша осталось, я заморожу, потому что сегодня мы столько не съедим и даже завтра. И забыла сказать, что фарш добавила такую приправу, она тоже из-за эхерб для всего подходит, но если нет, то можно взять соль, перец и вместо этого соуса какой-нибудь соевый, это только чайная ложечка или вовсе без этого всего. В общем, в котлетки я кладу часто яблоко, потому что оно дает сочность. Вот, поэтому для этого прошу вас не обходиться, потому что они могут быть слишком сухими. А так котлетки очень вкусные. Вот такие у меня получились бургеры. И хочу вам сказать, что реально они были бы очень вкусными именно в булке с каким-нибудь соусом барбекю, с овощами. Но так тоже будет неплохо. Если ваши дети на дух не переносят паприку или вообще какие-либо кусочки, то все то, что я поджаривала, можно перемолоть в блендере. Котлетки получились очень сочными. Вы видели, что я их не совсем жарила. Во-первых, я выбрала сковородку, которая больше тушит, чем жарит. И я обычно наливаю туда немного воды, потому что, ну, я не хочу долго жарить это все. И тем более дети будут есть, они так только чуть-чуть припеклись. Но и само мясо у меня темное, то есть они не зажаренные. И говядину я как-то не особо люблю, я не знаю, зачем я ее сегодня купила. Ну, бургеры вроде как собиралась сделать. Ну, короче, в следующий раз я выбрала бы индейку, а так они очень-очень вкусные, обязательно попробуйте. А сейчас буду делать десерт, который мне очень нравится, он легкий, творожный, и сейчас, когда 35 градусов за окном, для меня это может быть даже обед. Он очень сытный и вкусный. Кстати, не совсем согласна с тем, что это десерт лайт, но если выбирать все обезжиренное, то возможно. Я просто ем то, что мне нравится, и для меня это полезная сладость. В общем, у меня здесь 100 грамм где-то творога. Он у меня полужирный, не обезжиренный. Столовая ложка меда, 2 столовые ложки кокосовой стружки. И сейчас я буду взбивать это все вместе с кокосовым молоком. То есть это как сливки, это не совсем молоко, которое продается в пакетах. Они гораздо гуще, и нам понадобится где-то 300 миллилитров. Сюда заливаю, буду все взбивать своим блендером. У меня блендер Браун, вы часто спрашиваете, и он через многое прошел. У меня раньше была предыдущая модель, я ее, к сожалению, испортила. Купила и довольно, да, взбиваю все и расскажу вам дальше. А перед этим еще я намочила 10 грамм желатина в молоке. Здесь где-то 50 миллилитров молока. Я всегда все делаю на глаз, если честно. Вот, постоит все это 5 минут и дальше будем... Короче, покажу вам, покажу все. Я разогреваю желатин, но не довожу до кипения. То есть, чтобы он растаял, видите? И постоянно все перемешиваю. Все, хватит. Теперь желатин я буду смешивать со своим тестом творожным. Ну, в общем, вы поняли.
тщательно все вместе перемешиваем с желатином, взбиваем. И мой вам совет, выбирайте творожок, который не зернистый, а вот именно очень мягкий, который хорошо взбивается, чтобы не было грудок. Для меня, для взрослой, это не проблема, и дети, в принципе, тоже не возмущаются, но... Учтите, это получится такая, как бы, кокосовая панакота, что-то в этом духе. И, кстати, можно, в принципе, даже не заморачиваться, просто разлить в какие-то формы и поставить в холодильник как можно на дольше, ну, то есть не на час. Вот так выглядит моя, как бы, кокосовая панакота. Она слегка подтаяла, пока я тут занималась своими делами. Очень вкусно получается, только выбирайте такой гладенький творожок без комочков. Все, пока-пока.